我们的工贸部长曼图罗夫，你好。Здравствуйте. Он уже практически как туляк. Да. Он уже как туляк. Он уже как туляк. Разрешите вам представить проект, который был подписан 20 мая 2014 года. Официальным визитом. Тогда речь шла о строительстве первого крупного китайского автомобильного завода на территории России в субъекте Российской Федерации Тульской области. Сумма инвестиций составляла 37,5 миллиардов рублей. Значит, и вот краткий такой процесс большой кропотливой работы с нашими китайскими партнерами было подписано соглашение, дорожная карта. Я хочу сказать, что мы прошли достаточно сложный, непростой путь, но во взаимодействии с теми менеджерами, с теми инженерами, которые высадились на территорию Тульской области, и практически стали мы, корпорация развития правительства Тульской области, стали одной семьей. 那么应当说呢，在这个过程当中呢，双桥道路在图拉州建立起了第一条这样的生产线。Мы прошли все этапы, и результатом этой работы стало открытие и официальный запуск производства автомобильного китайского производства компании Great Wall, которая сегодня в 10 утра начала свое производство. 那么在我们的共同努力下，今天早上实现了那么在图拉州的第一条。Буквально 20 секунд посмотрите небольшой ролик. 20秒, я бы хотел сказать, что это не все. Что сегодня при вас мы с уважаемым господином и президентом компании, господином Вэем, подписали соглашение на второй этап. Речь идет о 20 миллиардов рублей. Это 2,1 миллиарда юаней. На сегодняшний день уже создано 1100 рабочих мест. Сейчас мы уже создали 10,000 рабочих мест. Второй этап это 1500. Но пока, значит, с учетом того, что рынок изучается, значит, реально работников предприятия 800 человек. Второй этап предполагает создание 1500 новых рабочих мест на территории Тульской. Это будет сходить через месяц. Это полное производство цикла. А это сборка пока. SUV 和皮卡的最大的这个生产。По просто бигар. 我们不干轿车。SUV, Great Wall, занимает первое место в Китае. 这个在图拉这个是8万台的一个生产线。А в Туле эта линия производит 8000 автомашин. Сейчас президент компании вместе с правительством Тульской области при поддержке Министерства промышленности и торговли.
那么在我们的工贸部的支持下，还有这个那么长城汽车制造厂的支持下呢，我们在图拉呢建成了这个项目。Изучает, значит, вопросы по расширению географии поставок автомобилей в страны СНГ и Европы. 我们希望下一步呢，能够把生产的这个汽车呢打入独联体。У нас есть четкое понимание, что через Россию логистика будет намного удобнее это делать. 我们深信呢，从俄罗斯呢打入欧洲和独立体市场呢，我们会有更加优惠的条件。Тульская область это оружейная столица, но вы поставили задачу по диверсификации и перехода с военного гражданства. Мы наши оружейники сделали памятные медали.这里生产了我们第一部民用汽车，请允许我呢向您赠送这个纪念币。那画面。Спасибо. Спасибо. 但是咱们是多少？听起来小，但是呢，它叫那个小型强化发动机。在咱们国内卖的很好的、价格呢？价格在国内咱们就是卖23-24万，在这儿卖25，卢布人民币2,500,000。那你这几个车型都要生产？刚才那个是一个小的，那个小的可以量，大量生产。这个在这儿吧，都是能卖20。那个就卖得多了，因为这个太贵。市场好吧？现在卢布以前贬了一段时间，现在怎么样？这个月增长的70%-80%，因为这个，这是一个通路的东西，我们要有这个工厂，我们要有做周边的市场。你所说，因为我们有很多的市里学的，咱们在这儿吧，开始。工人全是当地的。虽然我去面试了。在我们两位元首的今天在场的情况下呢，你曾经跟我说呢，第一部车应该由我来买啊，对，那不用这贵，不是说过这话吧？不是咱们策划好的，是让领导们给咱们签个字嘛？啊，сначала чтобы наши руководители оставили подписи, а это намного проще.Он именно такую машину хочет. Чем она ближе? 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 Чем она ближе?谢谢谢谢谢谢。Марк. 今天你放心吧，我们是个制造业，现在不是技术问题。Надеемся, что они смогут добиться успехов. Мы тоже Тулы. Вы говорите, что мы теперь уже российская компания. Мы уже жители Тульской области.